килограмма. Попробовал. Пуш-контейнер взял, чедит, новый для меня пуш-контейнер. И пулю набил, ну, донышко пули пластилина. Подровнял его, проложил картонную прокладочку 20 калибра. И на дно пуш-контейнера еще одну прокладочку 20 калибра. Попробуем настрелять эти пули на 75 метров. 4 выстрела. Я чувствую, так, под огнем. Здорово, вправо ушло на 1 час. Соседний лист пришло. На 3 часа тоже в тот же лист край. Вот как получился отстрел этих патронов. Целился сюда Илья, прилетело и один отрыв. 5 выстрелов, пуля Лиман, прообгрызанная пластилином, двумя картонными прокладками, пуш-контейнер Чеддер, Сунар 42, 2,2. 5 выстрелов, 150 метров. Так, результат. Что твоя пластилиновая ворона показала? Ну вот, 4 выстрела пролетело в одно и то же место. И один отрыв уже от теплового расширения ствола. Так, ну вот я здесь 2 раза стрелял ту же самую пулю Лимана. Но на главпатроне контейнер H17. На Ирбисе 1,9. Вот первая серия получилась, в принципе, неплохая на 75 метров для этой пули. Еще написано. И вот вторая серия. 1, 2, 3, 4. Вот. Тут, значит, Лиман 75 метров. Так, главпатрон H17. Ирбис 1,9. Вот это вот 4. Попадание. Прицел опустил, но попаданий так осталось, 2 из 4. То есть какая-то нестабильность в патроне, да? Да. Я грешу на контейнер, вот этот контейнер чедит. Его очень легко передавить станком ли. И он зажимается в сжатом положении и не разжимается потом в нормальном состоянии. Соответственно, какие-то патроны получаются звезда не провалена ровно, а у каких-то звезда проваливается. Так, и взял тот же самый патрон с той же самой пулей Лиман, но чтобы звезда более-менее одинаково была провалена на всех 4 патронах. И вот получился результат на 75 метров. 1, 2, 3, 4. Ну, то есть куча вот такого размера. Это лист А4. Ну, то есть, в принципе, из этой пули, наверное, это максимум, что можно выжить на такую дистанцию. Так ты, конечно, убеждаешь, что пуля Лиман, она до 50 метров. На этой дистанции она летит прямо вот одна в одну. Дальше уже она, разброс ее уже, конечно, существенный. Продолжаем тестовый отстрел. Это опять пластилиновый патрон? Нет, это остатки Контарева на сниженной навеске Сунара. Просто надо гильзы освободить. От этого. Хорошие гильзы. Кто из бинокль посмотрит? А только сразу предупреждаю, если я там ничего не увижу, то я тогда передам следующий. Куда? Витя, посмотри на меня. Не вниз аспект. Я как получится смотрю на учение. Это что-то мне Цезартелекомовскую поддержку. Стою. С оптическим кордом в руке она может быть. Что-то у меня есть еще мысль.
опять вверх. Не увидел. По-моему, ниже ушла. Ну вот, 5 попаданий пуля Контарева, который достреливал со сниженной навеской Сонара Магнум 42, 2,1 грамма, баночная 2,2 попадания, 5 из 5, 100 метров, листа 4. Ну, в принципе, результат меня радует.